Доброе утро! Вчера снимала влог о том, как я ездила в Минск за телефоном S22 Ultra. Еще не меняла ничего, не переносила данные, сим-карту не переставляла. Иду сейчас с S21 Plus, утром быстренько собралась. Иду сейчас на ногти. У меня все писали там в комментариях, ну не все, там многие писали, что у меня ногти приклеены или еще что-то. У меня свои ногти всегда были на видео. Длинные, крепкие. Я их покрывала необычным лаком, я их красила. Я их красила гель-лаком. Сушатся они под лампой. И это такой, ну то есть он застывает, становится плотный. Привет. Становится плотный, и очень сложно потом его ничем не снять, не содрать. Его только такой штучкой маникюрной спиливать. Вот его спиливаешь. Ну то есть он не толстый. Он тонкий, но так его обычно не сотрешь. И за счет этого свои ногти растут. Где мог бы сломаться свой? За счет вот этой плотности гель-лака он не ломается. Вот. Но снимала ногти, то есть я долго достаточно ходила. И тут осенью мне уже надоело, потому что у меня длинные ногти, каждый день покрытые каким-то цветом. Начиная, наверное, со школы. То есть я всегда с накрашенными ногтями. И мне так хотелось обычных под корень коротких ногтей. Просто с прозрачным лаком. Я гель сняла, гель-лак. Вот я походила до, ну, грубо говоря, с осени до февраля. И тут я уже смотрю, мне уже начинает нравиться, мне становится это симпатичным. Записалась, иду на ногти. Сейчас обычные, сейчас будет какой-нибудь цвет, и буду опять отращивать длину. С длинными, на самом деле, удобнее и колосок заплетать. Вот он остренький такой, чик-чик-лей, собрал быстро. А тут пальцами прям берешь, некомфортно. Прочитала новость, интересно, думаю, вам тоже будет интересно. Realme выпустили смартфон с зарядкой 240 Вт. Он заряжается от 0 до 100 за 10 минут. 10 минут от 0 до 100, представляете? Не знаю, как это влияет на батарею. Думаю, не самым лучшим образом будет сказываться именно на батарею спустя время после такой быстрой зарядки. Но цифры просто какие-то нереальные. Прошло 3 дня с момента покупки телефона, я им еще не пользовалась вообще. Я ждала, пока придет чехол, чтобы его не поцарапать, чтобы ничего с ним не случилось. Чехол заказывала на Wildberries, это копия под оригинальный Silicon Cover, так как у нас он не продается. Выше в видео, либо это в предыдущем видео, я говорила, что нашли объявление на Куфоре, девушка продает чехол. Из-за, вероятно, санкций чехлы оригинальные у нас не поставлялись, и они нигде не продаются, ни в интернет-магазинах, ни на Wildberries, их просто нигде нет, оригинальных Silicon Cover. Предложили девушке по цене, как раньше стоил новый, 50 белорусских рублей, это $20. А, судя по другой информации, на S22 Ultra этот чехол стоил дороже уже. Но она отказалась, потому что у нее купили телефон вместе с чехлом, поэтому отправлять она уже не хотела. Сегодня пришел, сейчас буду переносить данные. Внутри мягкая подкладка, сейчас оставлю на всякий случай артикул с Wildberries. Выбирала между этим нежно-пастельно-розовым, желтым, либо кислотно-розовый. Но тот мне сразу не очень понравился. Заказала его на пункте выдачи. Было видно, что ну, просто не мой оттенок, не мой цвет. Может быть, потом еще закажу какой-то. Переносим данные. Привет, продолжение влога. Были в светофоре сейчас, там продаются сейчас алмазные мозаики. Размер указан 40 на 50 на коробке. Сейчас покажу, какие виды были. У нас были вот эти 4 вида. Мама сбрасывала у них в городе там какие-то цветы, корзины с цветами, ну такие более цветочные. Я выбрала ночной город без подрамника алмазная мозаика. Если раньше складывали подрамник, она как идет уже как картина на такой вот твердой основе, которую можно, рамку эту можно уже вешать на стену. Здесь просто такой мягкий холст. Я собирать буду просто в удовольствие. У нас дома висит одна картина. И хотели вот сюда за стенкой повесить вторую, но не повесили. Она у нас просто стоит. И когда я заказала... Ладно, все по порядку.
Вот эта картина, которую сейчас покупали в светофоре, указан размер 40 на 50, но она 35 на 45. Размер виден, что не 40 на 50. Плюс она такая вот, надо ей какой-то подрамник сделать. Я буду собирать просто для того, чтобы отвести душу, порадоваться. Меня это как-то успокаивает, расслабляет и нравится собирать. Можно купить по 9 рублей 53 копейки. Если смотрела цены на другие картины, на подрамниках, которые я заказывала на Viber, на Wildberries, 9 рублей это 250 российских рублей. На Wildberries на подрамнике стоит примерно 1000-1250. Вот примерно такая цена. Это белорусскими 40-50 белорусских рублей. В комплекте ручка. Я на Али, кстати, наверное, за доллар заказала здесь только для одного алмазика. Заказывала набор для 3, для 6 и для 9. То есть ставите на второй кончик и очень быстро собирается. Такая картина, собираться она будет легко, потому что здесь прям вот целыми большими кусками один цвет. Вот здесь вот один цвет, вот здесь один цвет. Может, оно как-то будет смотреться более плоско, не так объемно и более топорно, но собираться оно будет легко. Должен получиться вот такой ночной город. Я заказывала сюда, потому что здесь как раз у нас эта зона зала. Это у нас входная дверь и Лейна комната. Здесь у нас обои. Обои зеброй, здесь они идут, и зона телевизора тоже у нас обои зеброй. Вот так вот поверху оно сочетается между собой, хорошо смотрится. Это размер 30 на 40, алмазная мозаика. И здесь по цветам очень-очень много оттенков. Можно посмотреть, сколько вот буквально на 5 сантиметрах квадратных, сколько здесь разных оттенков. Разных. Эта картина мне нравится. Она уже с подрамником. И здесь классно, что в бок уходит. Здесь идет продолжение рисунка. Вот так она выглядит. Мне нравится, как смотрится. А вот это размер 40 на 50. Заказывала на Wildberries. Вот такая девушка с пантерой. Мне понравилось, мне, что боковинка, верх здесь бежевый. Она пока просто стоит. Мы хотели ее повесить, но так и не повесили. Пока просто стоит у Ли в комнате на столе. Но она тоже красивая, Мне нравится собирать, меня это как-то успокаивает, расслабляет. Поэтому взяла, не могла найти ту, которая прям вот будет, ну, что-то стильное. Мне не очень нравится, когда стены там завешены какими-нибудь вышиваниями в крестик. Поэтому решила купить дешевую в светофоре, чтобы пособирать, потом ее скрутить и положить.